Здравствуйте, дорогие друзья! С сожалением сообщаем печальную новость. Вчера вечером ушел из жизни известный российский актер, звезда кино и сериалов, Александр Марушев. За свою карьеру он успел поучаствовать в почти сотне кинопроектов, среди которых «Принцип Хабарова», «Последний бой», «Крик совы», «Господа-товарищи», «Тайны следствия», «Ментовские войны», «Мажор», «Елки-иголки». Последний раз зрители могли видеть Александра Марушева на экране во втором сезоне сериала «Спросите медсестру», который сейчас находится в стадии производства. Его смерть стала шоком для коллег и поклонников. Никто не подозревал, что актер сталкивался с серьезными проблемами со здоровьем. Известно, что в последнее время Александр проходил лечение у кардиолога. В школе, где учатся его дети и работает его жена, подтвердили информацию о его смерти. Он скончался в результате тяжелой болезни. Эта же информация была подтверждена его друзьями в сети. В декабре Александру исполнилось всего 58 лет. Многие коллеги выразили свои соболезнования. Актриса Мария Миронова поделилась своими эмоциями. «В это совершенно невозможно поверить. Легкий, добрый, всегда неунывающий и веселый Сашка. Держитесь, дорогие, светлая память». Александр Марушев родился и вырос в Самаре. Он с детства проявлял интерес к искусству, посещая местные театральные кружки и занимаясь в школе искусств. Окончив школу, Александр поступил в театральное училище, где продолжил развивать свои актерские способности. Первоначально его карьера складывалась не так успешно. Молодому актеру приходилось пробиваться через множество кастингов, и не всегда удача была на его стороне. Однако, благодаря своему таланту и упорству, он все-таки добился успеха. Его первая заметная роль в кино пришла в 2009 году, после чего его карьера начала стремительно развиваться. Особое внимание Александр уделял работе в театре, который считал своей второй семьей. Он играл в различных постановках и завоевал признание не только зрителей, но и критиков. Его талант и харизма позволяли ему исполнять самые разнообразные роли, от драматических до комедийных. Вне сцены и экрана Александр был известен своей добротой и отзывчивостью. Коллеги и друзья часто вспоминают его как человека с большим сердцем, готового прийти на помощь в трудную минуту. Он активно участвовал в благотворительных проектах, поддерживая различные инициативы и помогая нуждающимся. Его вклад в общественную жизнь не оставался незамеченным, и Александр стал примером для многих молодых актеров, стремящихся следовать его пути. В последние годы своей жизни Александр Марушев старался уделять больше времени семье. Жена Ольга и дети Александра и Арсений были для него главной поддержкой и опорой. Актер часто говорил о том, как важно для него быть рядом с близкими, несмотря на плотный график съемок и театральных постановок. Одной из самых запоминающихся работ Александра стал фильм «Принцип Хабарова», который принес ему всероссийскую славу и признание. В этой картине он сыграл главную роль следователя, который расследует сложные преступления. Его герой был олицетворением силы духа, мужества и преданности своему делу. Этот образ полюбился многим зрителям и стал знаковым в карьере актера. Кроме «Принципа Хабарова», Александр блестяще исполнил роли в таких фильмах и сериалах, как «Последний бой», где он сыграл отважного солдата, и «Крик совы», где его персонаж был втянут в захватывающие детективные истории. Эти работы продемонстрировали многосторонний талант Марушева, его умение перевоплощаться и глубоко вживаться в различные образы. Александр Марушев также активно работал над своим профессиональным развитием. Он посещал актерские курсы, мастер-классы и семинары, стремясь постоянно совершенствовать свои навыки. Его коллеги отмечали, что он всегда был открыт для новых знаний и опыта, что делало его еще более уважаемым в профессиональной среде. Одна из последних работ Александра, сериал «Спросите медсестру», также стала значимым этапом в его карьере. Несмотря на проблемы со здоровьем, он продолжал работать над своим персонажем, вкладывая в него всю свою энергию и талант. Коллеги по съемочной площадке вспоминают, как актер, несмотря на недомогание, оставался верен своему делу и никогда не жаловался. Смерть Александра Марушева стала огромной утратой для всей кинематографической и театральной общественности. Его уход оставил неизгладимый след в сердцах поклонников и коллег. Многие выразили свое соболезнование в социальных сетях, делясь воспоминаниями и теплыми словами о нем. Помимо работы на сцене и экране, Александр активно занимался общественной деятельностью. Он поддерживал множество культурных и благотворительных проектов, участвовал в акциях по поддержке молодых талантов и помогал в организации театральных фестивалей. Его вклад в развитие культуры и искусства был значительным и заслуживал всяческого уважения. Прощание с Александром Марушевым, которое состоялось 28 июля в Самаре, стало важным событием для всех, кто знал и любил этого талантливого человека.
Друзья, коллеги, поклонники и близкие собрались, чтобы отдать дань уважения и памяти великому актеру, чья жизнь и творчество оставили глубокий след в истории российского кино и театра. В завершение хочется отметить, что наследие Александра Марушева продолжит жить в его работах, которые будут радовать и вдохновлять зрителей многие годы. Его талант и человеческие качества навсегда останутся в памяти тех, кто имел счастье его знать. Мы выражаем искренние соболезнования его семье и близким. Светлая память Александру Марушеву.